А теперь представь, я в чужих руках. Твою. Такую нежную, красивую, родную. Как он в своих объятиях сжав, ее в ночи так сладостно целует. Теперь представь, что она ему готовит ужин. Волнуется, 100 раз на дню звонит, что он, не ты, ей так безумно нужен. И что лишь за это она готова ему все простить. Теперь представь, что больше она не с тобою, что девочка твоя навек теперь с другим. Представил? Нет страшнее горя. И если страшно, значит, береги.